Валенсия, посмотри, какая милота! Считаю, что они очень на меня похожи, наша порода. Чего раскудахтались? Никакие они не ваши, это мои щенята. И вообще, когда вы с улицы пришли, лапы и морды мыли, сейчас коронавирус ходит. Вообще-то хаски им не болеют. А я сказала, нечего лезть своими грязными мордами к моим детям. Бублик, не удивляйся, они все такие после родов, агрессивные и злые. Ну а если ты мне не дашь сухарик, я прямо здесь умру от голода. Все, я умер. Я не понял, ты что, не повелась? Это подлое коварство! Танцует манго, танцует хосячее танго. Я бублик, супер ютублик. Это капец! Йоу, я бандит, и я его отец. Гопца-дрыца, гопца-ца! Всем хосячий привет! Меня зовут мистер Бубл, я второй в России хаски-видеоблогер. Все знают, что первый и самый крутой на ютюбе хаски-блогер – это я, бандит. Ну вы уж так и быть, подпишитесь на моего сынулика, а то он меня уже достал со своей подпиской. Да, если вы не подпишетесь, то мы с папасей придем к вам ночью и укусим за бочок. Старший человек, скотина скотинская. А ну быстро поднимай свою задницу и поехали к Каролине. Я хочу увидеть своих щеночков. Хватит у меня перед мордой своей вонючей лапой крутить. Я отец трех щенков. Солидный грозный волк. И не буду с тобой играться. Быстро поехали к Каролине. Она разрешила прийти к ней в гости и поснимать щенят на видео. Когда средние и младшие человеки рождались, ты на них сразу смотрел. И я хочу посмотреть на своих детей. Это будет первый в их жизни косящий блог. А ну быстро вставай и поехали. Иначе я включу режим волка и тебе капец. Да. Это мы. Эти человеки тупые и не понимают, что мы хоть и грозные волки, но при этом очень любим своих детей, и нам их хочется понюхать, поцеловать и укусить. Сгорел, пенсия, я тебе не дам кусать моих косяток. Вот ты когда приходил смотреть на меня к маме Терри, ты ж меня не кусал? Че я не кусал? Кусал, конечно. Я и выбрал тебя, потому что ты был очень вкусненьким. Хе-хе-хе-хе. Думал, попозже сожру, а ты вон какой здоровый вырос. Так что если я сейчас тебя сожру, я лопну. Хе-хе-хе-хе. Папася, подвинься, и хватит уже свои шутки дурацкие шутить. Каролина, любовь моя, привет, родная, как щенята? Привет, мистер Бубл, у щенят все хорошо, я так рада тебя видеть. Только зачем ты своего папасю с собой припер? Это мои официальные внуки, я имею полное право на них смотреть. Если вы им причините хоть какой-то вред, вам капец. Я грозная волчица. Привет, старший человек и человек-дед. Вас это тоже касается, моих щеночков не обижать. Ну где же мои детишки? О, боже, какие они маленькие! Бубленция, посмотри, какая милота! Считаю, что они очень на меня похожи, наша порода. Чего раскудахтались? Никакие они не ваши, это мои щенята. И вообще, когда вы с улицы пришли, лапы и морды мыли, сейчас коронавирус ходит. Вообще-то хаски им не болеют. А я сказала, нечего лезть своими грязными мордами к моим детям. Бублик, не удивляйся, они все такие после родов, агрессивные и злые. Каролинка, не надо быть злой, я тебя очень люблю и ничего плохого нашим щенятам не сделаю. Какие же они классные! Спасибо тебе большое за таких прекрасных двух дочек и маленького сыночка. Пацан получился вообще клевым. И девчонки тоже очень классные. Так, а ну убрали свои морды подальше. Я сейчас щенят кормить буду. Им надо пить хосячье молоко и набираться сил. Интересно, какие у них будут глаза? Какого цвета? Кто за то, чтобы у всех были голубые глаза, ставь лайк. Да, рыжий пацан с голубыми глазами. Это будет нечто. Бандит и Бублик в одном флаконе. Они еще не открыли глазки. Это произойдет через неделю. А когда они говорить начнут? Пока они умеют говорить на хосячем только слово «мама». И только когда хотят есть. А есть они хотят всегда. Каролина, а что они делают, когда покушают? С ними можно будет поиграться? Совсем ку-ку. Они еще маленькие. Когда они покушают, они будут спать. Кстати, что-то насчет имен. Как называть хосят будем? Я на своем канале объявил конкурс на лучшие имена. И пообещал, что мы назовем щенят так, как предложат наши вкусненькие подписчики. Больше всего лайков набрал коммент LoveCat. Девочек назвать Белла и Бетти, а мальчика Бастер. А что, мое мнение уже никого не интересует? Я не хочу называть так девочек. Так, хорош истерить. Я предлагаю поступить мудро. Смотрите, какой клевый у меня пацан. Имя Бастер ему очень подходит. А вот на имена девочек мы объявим новый конкурс. Это будет справедливо. Итак, хосята, посмотрите внимательно на этих хосяток. И предложите в комментах свои варианты имен на букву Б. Чей коммент наберет больше всего лайков, так мы и назовем моих дочек. Это вопиющееся негодяйство! Я уже провел конкурс на своем канале, а вы повторюшки-хрюшки. Папася, ты теперь дед, а мы молодая семья, смирись. Поэтому имена для девочек должны выбирать мои подписчики. Ну ладно, уломали. А Бастру реально подходит его имя. Хсята, смотрите, мои щеночки реально покушали и укладываются спать. Давайте еще раз посмотрим на этих очаровашек. Нарезочка под музычку! Dum 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 d
Человечиха, я тут рядом притулюсь. Ага, просто как ты знаешь, я стал папасей. И очень из-за этого нервничаю. Короче, мне надо срочно дать сухарик. Человечиха, слышь, что говорю? Мне надо дать сухарик. Я хочу сухарик. Не, ты не подумай, я не выпрашиваю. Я просто намекаю. Ну а если ты мне не дашь сухарик, я прямо здесь умру от голода. Все, я умер. Я не понял, ты что, не повелась? Это подлое коварство. А ведь я так тебя люблю, человечиха. Я тебя просто обожаю. А? Че, ты мне дашь сухарик? Отлично. Ну все, пока, человечиха, ты мне стала больше неинтересна. Хосята, пожалуйста, поставьте лайк для моих щенят. Каждый ваш лайк — это плюсик здоровью маленьких хосят. А сейчас я вам хочу показать, как вела себя Каролина в день родов. Возможно, вы это уже видели на канале моего папаси Хаски Бандита, но я хочу, чтобы вы еще раз посмотрели, как переживала моя любименькая Каролина. Она сразу залезла под лестницу-капестницу и сказала, что будет рожать щенят там. Все, Бублик, ты скоро станешь папой. Слушай, может тебе помочь? Они вообще как на свет появляются, из хвоста. Давай я их зубами буду вытаскивать. Бублик, ты совсем ку-ку? Ты зачем меня позоришь? Че, реально? Хосята появляются из хвоста? Знаете что, дураки дурацкие? Я без вас рожу, вы полные идиоты. Каролина, ну мы ж это, помочь хотим. Мы ж просто очень волнуемся, это же мои внуки. Тогда зачем глупости всякие говорите? Когда волчица рожает, она ищет укромное место. Так что валите отсюда. Я понял. Ты в этом месте посадишь капусту, чтобы никто не видел. А потом из этой капусты достанешь моих щеночков. Бублик, ты реально клинический дебил. А чё ты обзываешься? Это мне папася бандит так сказал, что хосят находят в капусте. Да, мне Терри об этом рассказывала. Мальчики, боюсь, что вас жестоко надурили. Как надурили? Капец! А как же тогда появляются хосята? Отец, я был прав. Они появляются из хвоста. Знаете что? Я передумала здесь рожать. Я пойду к себе в квартиру. Нельзя, чтобы мои дети сразу после рождения посмотрели на вас и узнали про режим дебила. А между прочим, очень полезный режим. Хсята, если вы еще не подписаны на канал Cool Kids, сделайте это прямо сейчас. Там вышла новая бомбическая серия. Беатриса раньше всех вернулась из зоны мертвых и вытащила оттуда злую Еву, чтобы продолжать делать пакости 7 А. У них появился конкурент, Ксюша, которую зазомбировал синий Жорж. Она сделала новый магический артефакт, кулон власти, высосав силу из волшебной доски. Выполняю желание. А вот когда Ева и Беатриса в очередной раз захотели уничтожить 7 А, в дело вмешался еще один злой персонаж. Агент иностранного центрального временного управления Ульяна. И начался полный трэш. Ева, именем центрального временного управления ты приговариваешься к расстрелу. Никому не двигаться, стреляю на поражение. Ты из центрального временного управления! А ты из федеральной службы времени, и ты тоже будешь ликвидирован. Если вы хотите узнать, чем закончилась эта безумная серия, срочно подписывайтесь на самый крутой в галактике художественный сериал «Крутые детки». Ссылочка будет в описании. Папася! Чё тебе рыжая сопля? Я папа! Капец! Папася! Отец! Пенсия! Чего тебе рыжая сопля? А что такое драники? Это оладушек с картошкой. О, круто! Новый вкус оладушек! Папася! Отец! Чё тебе рыжая сопля? А что такое слайм? Это сопля. То есть я слайм? Ну да. Капец! Папся! Отец! Пенсия! Чего тебе сопля рыжая? Почему летом реки становятся не такими глубокими? Потому что летом жарко, рыбы много пьют. Капец! Пенсия! Чего сопля? Из чего я сделал? Из бублика. А бублик из чего? Из хлеба. А хлеб? Из хлеба. Капец! Папася, от кого мы произошли? От волков, что за вопрос? А кот Серега говорил, что с паниелей. Хаскина мать, что ты его слушаешь? Ты гордый хаски! Капец! Папася, отец. Ну чё тебе рыжая сопля? Из чего делают шаурму? Из котов. Капец! Пенсия, отец. Папася. Чего тебе рыжая сопля? Я съел оладушки. А мне принес? Блин, я по дороге их сожрал. Капец! Сын не дал папочке оладушек. Кого я воспитываю? Папася, капец. Чё тебе рыжая сопля? А где растут веревочки? А, в зоомагазине. Капец! Хосята, и традиционный обзор ваших рисуночков под мой рэпчик. Погнали! А я больше не бублик, он больше не...